полное описание и точную дату выхода 3 и 4 серии нового сериала «Тайна Лилит». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 13 октября. Третья серия. Благодаря Лере задержан еще один подозреваемый. Она просит Рощина пустить ее на допрос, но получает отказ. Тем временем, после скандального выпуска шоу с убитой Аленой, к Лилит начали поступать многочисленные просьбы о помощи. Кому-то по ночам не дают спать призраки, кому-то сквозь стены проник грабитель. А одна женщина утверждает, что ее мужа Павла подменили. И в его теле сейчас находится другой человек. Последняя история настораживает Леру. Четвертая серия. Лера решает проследить за Павлом, но внезапно на нее нападают сзади. От удара по голове она теряет сознание. Придя в себя, она просит Рощина проверить отпечатки пальцев Павла. Результаты оказываются противоречивыми. Эти отпечатки фигурировали в деле ограбления в Ивановской области, а сам Павел в это время находился в командировке в Португалии. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 13 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.